Помогите, пацаны. Давай. Ой, спасибо тебе. Да ты не помог мне, ты меня скинул. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Сахар, Кирилл Геймер, Подлючка, Мистер Про, Димас, ой, это я, Гусанёк, Адилька, пацаны, поздравить. Салам алейкум, привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика, которую все любят на моем канале, это выживание на крыше небоскреба. И мы скачали новый пак машин с игры Мафия 2. Если тебе кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, один. Погнали. Я, ребята, взял себе вот такую вот деревянную, даже правильно сказать, деревянная корыта. Вот так это будет правильно сказать. Потому что деревянные машины я еще никогда не видел. Но они очень здесь тяжелые и очень классные. Смотрите, как я его легко толкаю. И очень классно будет, конечно же, мне всех скидывать. Ты, может, кто-то упал. А, ну это хорошо. Он еще чуть-чуть бы и кто-то упал. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Он даже кто-то полицейского взял. Гусуня, как всегда, на синей машине шкерится. Надо его отсюда выкуривать. Да, у меня, конечно, машина намного мощнее, чем у Гусенька, смотрите. А, забираю свои слова назад. О, во-во-во-во, а теперь я тебя буду толкать, ты смотри. Тихо, тихо, ё-моё. Да потому что они сговорились все против меня. Еще один летит, ребята. Красиво. Бу. Вот это мощный удар. Полицейская прилетела. Что, там больше никто не падает? Да потому что все, да, мы все на. Нифига себе, я летел. Ты легкий, говорю. Я очень легкую машину взял. Зачем? Ну да, это очень, кстати, большую роль играет. Так, Гусанёк, за то, что ты меня скинул, ты тоже пошел отсюда. Щенок улетел. Так, ОТВ крыса. Да все нормально, он играет все четко. Так, ребята, наблюдаем, кто же из них сейчас выиграет. Осталось что у нас? 4 игрока. Ой-ой-ой, хорош, молодцы, давай. Красная машина уже пердит. Давайте, врезайте с него дальше. А вы заметили, что такси, она очень такая дебелая тачка? Да. Она а просто дебелейшая. Давай, 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 давай. А, ну ты в стенку врезался, сразу видно, классный. Улетел вниз. Щенок. Хорош, чел. Хорош, да, мне нравится. Хотел подписать кого-то, а подписал сам себя. Молодец, моя школа. Давай, сталкивай, хорош. Отлично. Молодец, улетел миньон в такси, красавчик. И тучка, да иди сюда. Давай, тарань его, и тучка, ты сможешь, я в тебя верю. Во-во-во-во-во. Нет, не смог. Хорош, кто-то там упал с крыши. Они гранаты, что ли? Эй, ну что ты, видишь? И тучка, молодец. Теперь мы берем машины, тоже с Мафия 2, только грузовые. 3, 2, 1. Второй раунд начался. Блин, а чё я так разгоняюсь, как кусок говна какой-то? Ой, ты чё? Нет. Ой-ой-ой, как я легко грузовик этот толкаю. Ну, только я намного медленнее его. А чё я вообще не управляю? Моя машина неуправляемая. Так, первый улетел, пацаны. Назад, 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 назад. Блин, я еле торможу. Это что, раньше такие машины были медленные, грузовики? Это просто жесть. Так она даже не поворачивает ни влево, ни вправо. Ну, скидывай его, скидывай, скидывай. Да не, не сможет. Ладно, Дим, я тебя оставлю, мы уж как-то... Ой, какой ты добрый, спасибо тебе. А вот белый грузовик, белый. Блин, я вообще не могу управлять этой машиной. Блин. Да зачем? Я хочу его скинуть, ты мне мешаешь. Ё-моё. Она вообще не рулится. Саня, мир, мир, не трогай, я хорош. Ёлка-мотел, ёкала-манекала, это сложно. Бум, вот это удар мечты. Ты дурак, что ты сошёл. Да, Саня. Почему я нажимаю вправо, а машина еле поворачивает? Что такое? Потому что они такие медленные. Как этими машинами вообще раньше управляли? Так, я, короче, разгоняюсь и просто начинаю таранить всех, кого вижу. Вот, смотрите, белый грузовик пошел у меня в расход. Пора тебе, короче, улететь. Прощай, щенок. Нет, 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 нет. Колеса, цепляйтесь, колеса, ну, пожалуйста, цепляйтесь. Помогите, пацаны. Давай. Ой, спасибо тебе. Да ты не помог мне, ты меня скинул. А чё я так падаю медленно? Так он, я не знаю. Нифига себе. Бум. Вот это жесть. Она должна вообще была очень сильно мощно взорваться. Так, 3 машины у нас осталось. Гусанёк, это ты на синей тачке, да? Да. Я к тебе сяду, давай вместе покатаемся. Я тебе буду подсказывать. Правильно, врезайся в столб, молодец. Я просто знал, что обманщик выманил.
потому что я мог вылететь просто. Конечно, тут тормозов нету на этих машинах. Есть, но они... Они просто как бы есть, но они не тормозят, я понял. Они для красоты. Так, ладно, давайте будем наблюдать, как там пацаны играют. Ой, господи, как он управляет. Гусь Санек, да что ты сделал? Хорошо, что я с твоей машины вылез. Вовремя я это сделал. Ну тебя нафиг. Это что, она толкает эту грузовую машину, ДБЛ? Вот этот маленький грузовичок рахитный? Нет, это я еще газую, потому что... Господи. Давай, я в тебя верю, ты сможешь его. Кстати, опять стучка. О, не сможет остановиться. А, зато он сможет врезаться. Два задних хода, это рань его. Нет, он меня хочет обмануть. Вот сейчас опять, наверное, кто-то из них упадет по-тупому, и я буду ржать еще очень сильно с этого. Я люблю так делать. Иди сюда, и подлючка. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы возьмем вот эту машину, положим туда бомбу и спрыгнем с крыши. Ну все, теперь тебе остается просто его красиво толкнуть. Ну, я потому что он выиграл обманами. И тучка, это ты опять победитель? Да. Офигеть. Ребята, сейчас будет у нас раунд, когда мы будем все играть за снегоуборщики. А вот наш. Я буду желтым. Я голубой. Ну это нормально, все сходит. Все нормально, все четко. Ну я все понял, не надо отчитываться мне. Мы все поняли и так. Ну что, 3, 2, 1. Погнали. Ну что, кто у нас тут снег сегодня? Снежок. Все с названием. Давайте все названия. Да не, он хороший, не надо смотреть. Давайте лучше на ЛТВ. Ну она хоть лучше управляется и тормозит немножко даже. Ё-моё, вы чё там? Ой-ой-ой, хорошо ты подделал его. Надо немножко не мешать пацанам. Таракан, так, отвали. Я еще ни разу не врезался. Надо очень осторожно. А, я ну все. Так, вот надо его так поддевать и толкать вниз. Все, давай, я свой ковшик настроил. Переворачивай его. Все, пацаны, толкаем. Давай, газуй. Газуй. Помогай, красный. Кто там у нас? Это и тучка. Ну что, щенок, прощай. Ой, еще один. Пацаны, помогаем ему. Ушел. Ребята, сразу двоих. Это было по феншую. Так, двое улетело вниз. Очередной у нас. Красиво. Так, давай гусанька будем скидывать. Иди сюда. Давай его скидывай, тучка. Ой, извини. Помогите, кто там сзади? Обгружаю. Еще один улетел, красный, хорош, пацаны. Классно играем. Блин, классно, когда новый пак машины. Ребята, следующий у нас будет выживание на крыше с машиной. Машины будут с игры у нас Left 4 Dead. О. Они там вообще прямо пить. Там Нивы есть, такие старенькие машины. Жигули есть. Я к Диме сажусь. Нет, ты будешь... А, да, я думал, ты будешь у меня в кузов садиться. Потому что когда человек сидит в кузове, жизнь тратится у машины. Давай, не упади. Ну, а не упадю. Не упадешь. Нет, конечно, я же профи, ты чё? А вот белый упадет. Щенок улетел. Снежок убрался. Все нормально, сам мусор сам себе выкинул. Молодец, своя школа. Ну давай, Дима, скинь всех двоих. Я иду этот, убивать. Я разозлился. Дай. Бум, что, а теперь твои... А, не хочешь, да, падать? Хорошо. Наконец-то я хоть дожил немножко. Давай, гусанёк, толкай его, толкай, газуй. Нет, я знаю, что ты крыса. Я тебе... Ты чё, в меня хвост увидел или что? Блин, ну это было как оскорбление. Ой, хорош. Ай, блин, уперся. Ну что, гусанёк, удар мечты когда-нибудь видел такое? Да что, почему? Да потому что водитель голимый, ты понимаешь? Давай. Ой, хорош, давай, гусанька, толкай меня, даже пожертвую собой заради Санечка, чтобы он слился. Давайте. И тучка пока есть победитель в этом ролике, понимаете? Да. Все, давай за гусаньком. Давай, за ним. Ну, давай, выиграй хоть раз этой серии. Да должен. О, один упал. Все, гусанек, мы с тобой одни остались. Не упади, Дима. Да я не упаду, я хорошо вроде как бы. Я сам боюсь за себя. Ну что, гусанечек, мы с тобой должны сейчас хорошо сыграть, да, я так понимаю? Давай. Я должен тебя таранить, потому что у тебя жизни и так уже мало. Верни цвет. Ха, я думаю, что ты пиба меня, хамелеон. Давай. Вот, гусанечек, ну что? Я выиграл! Я победитель, я не упал. Спасибо тебе и тучка, что ты за меня болел. Единственный человек. Любую машину и менять ей свойства можно. С игры Мафия 2. Есть здесь очень классная такая у нас штуковина, называется... А, я не буду говорить, как она называется. То сейчас все начнут повторять. Надо. Я уже все сделал, я уже давно изучил эти свойства. Ого, я аж прыгаю. Ну все, я готов, пацаны, давайте, вы готовы все? Да, мы готовы. Три,
два, один. Ребята, сейчас самая интересная будет штука, потому что люди, которые меняют свойства, они сами себя поскидывают, скорее всего. Короче, я тебя не буду трогать, так как ты мой друг, короче, на сегодня. Давайте, о, спасибо тебе, дуба. Спасибо. Нет, я тебе не дамся живым. О, стой, отстань, и точка. Ладно, извини. Все, давай дружить. А я грузовик даже с места, что ли, сдвинуть не могу? Нифига себе, ты кабан толстый. Ты что, Саня, что ты там... А да, подожди, а что еще можно есть свойства менять? Ой, хорош. Ого, подача была. Нормально вы там таранить. Ты чё, меня решил скинуть? Да я тебе щенок сейчас сам скину. Давай, Дима. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, блин. А я поддался вам. Ай, блин. Я зажимаю. Ой, еще до крыши. Ой, блин, вот это подача. С крыши до крыши падает. Есть контакт. Давайте, пацаны. Вот это была подача. Хорош. А какие вы там свойства? Гусанек, ты был плохим человеком пока. Хорош. Я случайно себе машину добил. Так, грузовик у нас тут. Стоит на месте, думает, смотрит, думает, боже, какие вы придурки. Еще один улетел. Так, осталось четверо у нас игроков. Ого, ты подвинул грузовеллу. Да. А этот на грузовике со звездой. Ты а какой там поменял себе свойства? Ты так хорошо ездишь прям? А его скинуть нельзя, понимаешь? Ему... Правило есть правило. Чего ж ты не поменял то свойство, которое он себе поменял? Грузовик толкай. Я уже все свойства знаю. Откуда ж я знал, что он так съел? Ну вот не знаешь про игру, я тоже упал. Хотя знаю, какие свойства менять. Я знаю. А вы думаешь, что это он сейчас выпендрится? Он сам себя скинет. Я тебе говорю, с 99.9%. А ты дурак. Вот это делаешь? Подача. Ого, у грузовика там двигатель орёт, как будто он от Формулы 1 себе поставил. Да вообще. У меня Формула 1 за окном есть. Ого, у тебя там орёт движок. А ты знаешь, если долго газовать, он у тебя сгорит. Просто взорвется двигатель. Ты побегал? Да. Просто он просто заглохнет и не будет заводиться. Пацаны, давайте скидываем бензовоз. Ого, у него же машина. Видишь, он поменял себе свойства, из-за этого у него очень сильно урон проходит по машине. Ой-ой-ой, ну. Ну, блин, да как ты остался живой? Это было очень круто. Нет. Все, нет, загорелся. Я сказал, что он упадет. Молодец, я так понимаю, что он на грузовике выиграет. Я подался. Куфил Шмерц, победитель. Короче, будет. Погнали. А все, гони тачка. Прощай! А все, бензовоз выиграл. Ну все, да, бензовоз. Еще шлифует. Так, не трогай. Кто это делает? Ты че, дурак, нет, что ли? Нельзя так делать. Ты че, у нас правила должны быть соблюдены. Я не понимаю, ты жмешь вперед, а едешь назад, или что это у тебя? А ты без шифта едь. Так он, наверное, сделал что-то там. А, все, он победитель. Да. Но по итогам этой серии у нас... Выиграл и Тучка. Тучка. Да. Ребята, кто-то досмотрел ролик до конца, как и обещали, мы сейчас сделаем очень классную фишку. Только прошу никому не мешать то, что я сейчас буду делать. Потому что это будет очень круто. Ребята, смотрите, что мы делаем. Мы берем мощную бомбу. Можете на Alt-E садиться ко мне на грузовик. Она активируется. Так, это нормально все? Она не взорвется же? Я сел. Ребята, полетели. Вот это сейчас будет эпично. Ой, бомба отсоединилась! Фуфел Шмерц, прощай! Ой! Это было эпично! Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Полетела бомба. Я вижу, летит. Ребята, сейчас еще один эпический взрыв. Давай, бомба! Ой, я за карту аж улетел! Всем пока! Ого!